подруги, да, в конце. Потому что ощущение на видео, что другое какое-то помещение. Потому что ты здесь уже Так, друзья мои, замерли. Приходится просить всегда, помашите мне рукой. Привет. Мы рады всех приветствовать на финисаже прекрасной выставки по замечательной. Ты кино снимаешь? Ты щелкни просто. Просто щелкни. Мне нужны фотографии. Так, это картина Евгения Жаворонкова. Замечательная. К сожалению, скоро выставка. Я вообще не понимаю. Мы выставим ее еще раз. Слышишь, Леночка, я вообще не понимаю, как это можно вообще вот так все это... Как это нельзя. Вот как это нарисовать можно? Как это можно нарисовать? Я вообще не понимаю. Доложьте нам. Там, представляешь, там вот смотри еще. Кисточку. Женщина. В краску. Ага. И все. Но вот даже засунуть мы можем. Аркадий Александрович же говорил. Берешь? Мне такое нравится. Крольчук, а что-то мне эти не очень. Ну не знаю, мне очень нравится. Вот это мне вообще. Нет, я против. Какие? Нет, не горит. Вот которые там. Опять видео. Слава Кручевич. Я на суд. Поближе. Ой. Славочка.
Вот так вот, среди мальчиков, да? Анна Крамер, Аня, мой любимый дизайнер, прекрасная Анечка,
коллекцию, которую вот мы продолжаем демонстрировать. Это, еще раз повторю, четвертая Анечка, модель. Анечка, у нас еще кое-что осталось. Аксессуары тоже сделаны. Спасибо. Там и кровать у меня, и на ней тоже. И это тоже, вот этот проект для меня, это символ того, что творческое начало в человеке – самое сильное, что есть. Особенно если это женское творческое начало, его невозможно ничем остановить, оно все равно прорывается, и это всегда прекрасно. И несмотря на то, что коллекция была сделана длинное количество лет назад, она актуальна, она красива, потому что это гениально. Спасибо. Спасибо, Аня. Мы еще продолжим. У нас еще одна. И сейчас у нас нас ждут два мероприятия. Сначала показ мод от Оксаны Заряновой, а потом прекрасный концерт каверной музыки. Поэтому сейчас, прежде чем будут модели, я попрошу всех, но кто у нас был, все знают, встать вдоль стеночек. Так, чтобы середина зала этого и большого зала оставалась свободной, здесь пойдут модели. Здорово.
поговорить и поговорить. Это видео, поэтому можно замечательно. Да. Поближе. Так немножко, да. Это же особая штучка, ее надо так немножко, да. Замечательно.